уважаемые зрители нашего канала! С вами представительство компании «Второй паспорт» в городе Владикавказ. Сегодня хотим предложить вам актуальные вакансии на территории Польши. И хотим обратить ваше внимание на то, что компания «Второй паспорт» предоставляет только легальное трудоустройство по официальным контрактам. Начнем с первой вакансии. Монтажник рекламных элементов в городе Варшава. Требуются мужчины до 50 лет. В обязанности входит монтаж рекламных элементов, склеивание, сборка и так далее. Опыт работы не обязателен. Среднее количество часов в месяц 240-270. Заработная плата от 900 до 1100 долларов в месяц. Зарплата выплачивается только на банковский счет. Предоставляется жилье за 100 долларов в месяц. Следующая вакансия. Требуется разнорабочий на упаковку киндеров и ферреров в городе Ловеч. Требуются мужчины и женщины до 55 лет. В обязанности входит упаковка товаров и шоколада ферреров, киндеров и работа на производственной линии. Опыт работы не требуется. Среднее количество часов в месяц 240-260. Работа день, ночь посменная, по 8-12 часов. Заработная плата от 900 до 1000 долларов в месяц. Следующая вакансия – помощник на строительство дорог и тротуаров, земляные работы, город Кратошин. Требуются мужчины от 20 до 50 лет. В обязанности будет входить помощь в строительстве дорог и земляные работы. Что предлагает работодатель? Работа на длительное время в быстрорастущей фирме, возможность карьерного роста и повышения квалификации, также возможность бесплатного проживания со всеми удобствами, опыт работы не требуется, польский язык на уровне понимания. График работы посменный, около 250 рабочих дней в месяц. Заработная плата от 1000 до 1500 долларов. Возможен аванс раз в неделю. Следующая вакансия – садовник, город Вроцлав. Требования к соискателю. Опыт работы от 1 года, польский на уровне понимания и наличие водительского удостоверения категории Б. В обязанности будет входить кошение травы, придание формы кустам и деревьям, также уборка территории. Спецодежда и обувь предоставляется работодателем. Работодатель выдает фирменный автомобиль, оплата топлива на стороне работодателя. График работы с понедельника по пятницу по 10-12 часов. Есть возможность работать в субботу по договоренности с работодателем, но не более 6 часов. Также предоставляется жилье со всеми удобствами, по 4 человека на комнату, оплата в месяц 150 долларов. Заработная плата от 1000 до 1300 долларов в месяц. Также есть возможность получать премии и авансы каждые отработанные 2 недели. Следующая вакансия – помощник пекаря-кондитера, город Марианов. Требования к соискателю. Требуются женщины до 55 лет, возможно, по неполной биометрии. Опыт работы не требуется, польский язык на уровне понимания. В ваши обязанности будет входить помощь в выпечке печений, тортов и пирогов. График работы с понедельника по пятницу с 8 до 6 вечера. Со временем можно будет брать переработки. Поначалу среднее количество часов в месяц будет около 250. И заработная плата будет тоже поначалу около 800 долларов. Жилье предоставляется бесплатно. В доме имеется 3 комнаты. В каждой комнате по 2 человека. В комнатах для удобного проживания имеется все необходимое. Хотим обратить ваше внимание, что во всех вышеперечисленных актуальных вакансиях имеется помощь координатора. Это прописка, открытие банковского счета, страхование и заселение. Для более подробной информации по актуальным вакансиям и также имеющимся другим вакансиям, просим обратиться в наш офис по адресу Миллера 28, город Владикавказ, или на любые другие телефонные мессенджеры.